Элементы ракеты точки У, бронетехники, польские минометы, игольчатые боеприпасы – это все экспонаты передвижной выставки, которая открылась на площадке школы кадетского корпуса. Все предметы вывезены из зоны специальной военной операции, а именно Луганской Народной Республики. Мы в этой выставке хотим привлечь больше внимания, да, в основном молодежи, да, потому что здесь, как правило, здесь все натовское, здесь все боеприпасы, которые используют именно против нас. И вот мы хотим, как больше молодых людей, молодежи узнали данную вот, как бы, спецоперацию, данную проблему и кто против нас воюет. Это первая и пока единственная подобная передвижная выставка в Московской области. И открыли ее в Химках на площадке кадетской школы-интерната не случайно. Именно здесь одним из приоритетных направлений в развитии учеников является патриотическое воспитание. Об этом говорили на открытии экспозиции. Я хочу вручить грамоту председателя Московской областной думы, секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Юрьевича Брынцалова. Грамота вручается коллективу школы-интерната «Кадетский корпус» за активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции. Здесь представлены элементы российского и иностранного снаряжения, пусковых устройств, ручных гранатометов, шевронов украинской армии, одежды и экипировки бойцов Российской Федерации. Разрывается на высоте и поражает вот такими маленькими стрелами все живое. Очень страшная штука, потому что оно как кассетный боеприпас работает. Юные кадеты с интересом рассматривали все артефакты. Им дали возможность все потрогать и более детально рассмотреть. Организаторы планируют пригласить на эту выставку и учеников из других школ. Ну а дальше экспозиция поедет в регионы нашей страны. Юлия Самошина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки. ТВ.